Пешую прогулочку сегодня себе позволила с группой. Посмотрите, какие виды открываются скале. Агиос Константина и Архангела Михаила, древнейшая церковь. Yani yüzde Alanya'nın üçte biri Hristiyan'dı. Kurtuluş Savaşı 18-19 века. Buradaki Hristiyanlar İzmir'deki çıkarmazlanların artık İzmir'e işgalinden bulunan orada kutlama yapmalarından dolayı artık yerli halka Вот красивый вид, открывается вся Алания. Вот поднялись мы на крепость с Кызылкуле с одной стороны, а сейчас я выйду уже к месту, где я живу, пройдя полностью всю крепость. С другой стороны. А что тут туман идет? Прекрасная прогулочка. 7 километров пешком в гору. Отлично. Спуститься с горы можно фуникулером. Вон вагончики. Но я предпочту пеший спуск. Вот такой великолепный. Сосновой рощей, сосновым бором. Это полезно. Время цветения мушмулы. Запах, ребята, это что-то.